Всем доброго дня. Сегодня расскажу, что должно входить в обслужку бензогенератора. Значит, получается, первым делом, что нужно, вот бензокраник, в нем внутри отстойничек. Здесь почистить грязевочку и посмотреть состояние. Потом, получается, слить отстойник из карбюратора. Вот для этого этот винтик, гаечка, точнее, болтик на 10. Значит, следующим этапом нужно помыть фильтр в бензине из бака, можно использовать. Потом его пожмякать в масле для бензопилы, то что идет бензин или специальным спреем. После этого нужно вскрыть вот эту крышку и вытянуть свечу. В свече подрегулировать зазор, а в клапанах отрегулировать тоже зазоры. Значит, напомню, на впуске то, что от карбюратора 0,15, на выпуске то, что выхлопную 0,20. Регулируется тогда, когда поршень верхней мертвой точки, нет прикрытия клапанов. После этого всего нужно выставить вот эту крышечку, открыть. Получается, посмотреть состояние щеток, ихнюю высоту. Все эти контакты поподжимать, потому что они от вибрации иногда отпускаются. И при помощи тахометра я восстанавливаю 3000 оборотов на вот этом валу. Значит, сначала первоначальная настройка, это получается, вот видите, здесь, если видите, пластмассовые ограничивающие закрытие дроссельной заслонки, восстанавливаем 3000 оборотов, проверяя тахометром, то есть поджимаем в упор, когда он работает, вот эту пластмассочку, то есть дроссельную заслонку, и смотрим, чтобы обороты не упали ниже, чем 3000 оборотов. Значит, после того, как это выставили, 3000 оборотов, подключаем ему нагрузку, то есть у меня получается утюг, и вот этим винтиком, что там, регулировочным, при нагрузке, когда она включилась, получается, выставляем, чтобы тоже обороты не падали ниже 3000 оборотов. Почему важно 3000 оборотов? Потому что при этом частота работы генератора будет 50 Гц. Можно еще проверить другими приборами, но это уже не совсем важно. Как он заводится? Так, краник, заслонку. Вот так. Сейчас попробуем. Ну, как-то так. Всем удачи, всего хорошего. Пока-пока.